Где бы тень моих штанов не оказалась относительно петляющей тропы, начинается рассказ во всю базарность. Пы-пы-пы-пы, пы-пы-пы-пы, пы-пы-пы. И про дочку, и про внука, и про кур, и про доктора, что вправил ей колено. Я пока что не ношу с собой кабур, а носил бы, все решалось беспроблемно. Не пойму лишь, как при каждом метастазе удается все смешать в единой фразе. Попытался воспротивиться потоку разговорчивой хандры, жующей сыр. Отошла, но миг спустя подходит сбоку. Тыр-т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 ыр. Собеседника не чувствуем. Зачем? Это ж Славик, крестный сын любой кухарки. Полукровка. Лучше чистый был чечен, отличающийся честью волчьей марки. А шлопак, сказал Потаповой царица, а на мой сынет Каплан покойный злится. Как-то сам решил я ей открыть расклады. Мне не нужен ваш шлопак. Автомобиль перебит. Будто было так и надо. Хря-хря-хря, холера своих скрили. Нафига тебе машина? Вот мой сын говорит, чтоб я сонетов не писал. Сквозь отключку лишь волшебный шелест не давал мне наглотаться випросала. Слушать дальше эклектические перлы не хватало ни терпения, ни спермы. Группируются толковые подростки. Я кашусь на их смешки и гребли руку. Нет, я вовсе не о том, чтобы Паша Прусский заменил мне говорливую вдову. Просто если б я прервал ее сонет, это было бы неслыханное хамство. Ей же встрять в мой спор с товарищем. А нет, так и надо, как бы я не трепыхался. Говорим про эдельвейсы, про кефирли, подойдет и ширли-пырли, ширли-пырли. Если возраст, оправдание хамла, рассужу-ка максимально объективно. Толкунова ей ровесницей была. Ну уж где, а тут не скажешь, Вашлентина.